Наши звезды пьедестала. Час 17 и 47 секунд. Прямо из Самары. Анна Хрищева. Третье место. Для тех, кто сегодня смотрел трансляцию, наблюдал за тем, какая была просто невероятная борьба, особенно на середине дистанции. Второе место, час 14:28, Юлия Конякина! Юля, поздравляем! Друзья, продолжается церемония награждения нашей девушки, победительницы московского полумарафона. Ну и, конечно, рывок, по-другому не скажешь, просто прорыв. Я бы даже сказал так. Час 13 и 48 секунд. Луиза Дмитриева, победительница московского полумарафона образца 2016 года. Луиза успела развернуть флаг своего бегового клуба, видимо, с которым она бегает. Поздравляем Луизу. Луиза у нас из Гатчины, между прочим. Час 13:48. Потрясающий результат. Молодец. Сейчас кто-то прям закричал из парней-победителей, которые уже ждут свою церемонию награждения. Действительно, молодец. Давайте всем нашим девочкам. Всем. Молодцы. Браво. Это было действительно круто. Мы наблюдали за этим всей сегодня страной.